еще больше хлеба и зрелищ. В будущем я хочу поступить на журфак и прийти работать в этот медиахолдинг. На всех экранах. Максима действительно видел весь город. Фурор юных журналистов. Был замечен успех в написании моих текстов. В погоне за лайками. Каждое занятие мы пробуем что-то новое. Кто взращивает талант молодого поколения. В будущем, конечно же, мне это все пригодится. Где куют миллионы просмотров. Участвовать в подобных проектах – это очень классно. Как побороть страх камеры. У нас же подростки, они, в принципе, сегодня стеснительные. У кого в карманах кладезь контента. Все ребята у нас очень заряженные на позитив. Что скрывается за кадром. Сиреневенькая юбочка с полуподвы подвернулась. Все ответы у будущих звезд медиасферы. Я ими очень горжусь, они молодцы. Смотрите прямо сейчас. Хватать звезды с неба, во всей красе освоить профессию журналиста – грезы многих. С телеэкранов на юное поколение смотрят уверенные ведущие, харизматичные корреспонденты. По радио вещают удивительно бодрые голоса. Без пауз, с четкими акцентами, так что и переключать не хочется. Работа профи завораживает, бойко толкает к действиям. Мечтатели в унисон вторят «хочу так же» и берут в руки незаменимые гаджеты. Современная молодежь, глядя на экраны телефонов и телевизоров, видит успешных блогеров, им кажется, что очень просто, очень интересно и очень прибыльное дело что-то такое говорить, объединять вокруг себя людей, на этом много зарабатывать. Хотя многие из них забывают про то, что это тоже специальность, она тоже требует определенных навыков, она требует определенных знаний. И с бухты-барахты не сядешь и не начнешь что-то такое интересное говорить, что будет отзываться другим людям, и они захотят следовать этому ведущему. То есть нужно понимать, что это профессия. Профессии обучаются. Нужно собрать определенные знания и компетенции. Для этого нужно пройти обучение, например, ораторскому искусству или специальные курсы для ведущих. Это уже было бы большое подспорье для того, чтобы более или менее уверенно вести себя в кадре, знать, что говорить, знать, как донести свою мысль и чувствовать себя в кадре уверенным. Настоящий фурор среди бобруйской молодежи производит объявление о кастинге в школу блогеров. Стримглав словить удачу за хвост мчатся десятки мальчишек и девчонок. Родители масштабного проекта, информационное агентство «Бобруйск Медиа» и Центр дополнительного образования детей и молодежи встречают амбициозное поколение с распростертыми объятиями. Когда мы пришли на кастинг, все начали рассказывать, что нас ждет в школе блогеров. Меня заинтересовало то, что они говорили. Они говорили очень интересно, говорили красиво, без пауз, и я захотела также. Про школу блогеров я узнала благодаря моему классному руководителю. Он в группу класса скинул ссылку на пост Bobberlife, по-моему, о том, что набираются дети в медиашколу, вот, и проводится кастинг. Было очень страшно, было очень много людей, а на самом деле все оказалось очень по-доброму. Мы сначала сделали первый кастинг и думали, что мы будем отбирать детей. В процессе мы поняли, что каждый уникален и хотелось бы оставить всех. Я предложила на первое занятие оставить всех, и действительно через какое-то время многие поняли, что это очень сложно, что это не их абсолютно. Они столкнулись не просто там на телефон снять какое-то видео, они столкнулись с познанием профессии, скажем так. Но те, кто остались, они действительно сильные, они творческие, и они могут горы свернуть. Через тернии к звездам. За 3 года плодотворной работы в копилке школы блогеров бесчетное количество громких медиасвершений. Плеяду достижений возглавляет победа Максима Якушева в фестивале молодежной журналистики и детско-юношеского телевизионного творчества «Свой взгляд» в Тольятти. Я Максим Якушев из города Бобруйска, что в 150 километрах от Минска. Я очень благодарен за возможность участвовать в фестивале «Свой взгляд». Для меня это большая честь. К сожалению, я не могу приехать в Тольятти лично, но я от всей Беларуси передаю вам привет, Россия. Я верю, что мы еще обязательно встретимся. Приезжайте к нам в гости, в Бобруйск. Участвовать в подобных проектах – это очень классно. Ты можешь опробовать на себе профессию журналиста, получить жизненный опыт. И, конечно, это было волнительно в первую очередь. Максим действительно видел весь город. Надо сказать, что у нас не так много мальчиков в группе. Девочек превалирующее большинство. И Максим, он вот интересно себя проявил, он такая романтичная несколько натура и творческая. То есть помимо того, что он неплохо снимается в видео
и у него поставленный голос, он музыкант, он увлекается там биологией, физикой. Вот чем только он не увлекается, он разносторонняя творческая личность. И я решила, что именно он должен участвовать, и он должен именно пойти и взять интервью. Я не прогадала, у него все получилось. Взгляд в будущее. Уже сейчас, будучи только в 8 классе, все грезы амбициозного юноши о журналистике. В тандеме с командой медиашколы постигать азы полюбившейся профессии только в радость. Я не так хотела стать журналистом, как сейчас. Раньше я смотрела телеканал «Бобруйск 360». Мне очень понравилось, как корреспонденты, ведущие держатся на камеру, как они красиво говорят. Я просматриваю разные высшие учебные заведения нашей страны, кафедры, на которые можно пойти, проходные баллы. Я уверен, что эта площадка станет для меня таким стартом в будущем, и у меня все обязательно получится. После поступления, если будет такая возможность, хотелось бы вернуться в родной Бобруйск и потом развиваться дальше. Комьюнити школы блогеров ретиво бороздит все площадки информационного агентства «Бобруйск Медиа». В поле зрения телеканал «Бобруйск 360», на слуху радио «Зефир ФМ». Из приемников еженедельно вещают передачи «Недетское время» с участием юных журналистов. Спектр тем удивляет: от безопасности до выбора игрушек. Среди спикеров – ведущий, ученик школы блогеров и гость-эксперт. Это получается 4-й раз. Здесь получаешь больше всего эмоций, вот, и, в принципе, очень люблю находиться на радио. Да, это вызывает огромное количество эмоций, это очень интересный процесс. Благодаря вот этой медиашколе я могу понять то, что мне, в принципе, нравится очень сильно журналистская деятельность, особенно радио. Знаю, что у многих есть какие-то проблемы с волнением, все очень волнуются перед первым эфиром, но у меня такого не было. Наверное, потому что был уже опыт, мы до этого садились за микрофон, плюс была поддержка от преподавателей, поэтому для меня это происходило менее волнительно. Терпение и труд. Ради стального голоса в эфире сил не жалеют ни учащиеся школы блогеров, ни педагог Анастасия Остапенко. Артикуляционная гимнастика, заученные скороговорки, верные спутники профессионального роста. Бывает тяжело, но когда ты видишь горящие глаза ребят, они молодцы. И каждый новый проект, который мы придумываем, они принимают участие в создании этого проекта. Они принимают участие активнейшее в съемках, в монтаже тоже они принимают участие. Сами они делают тоже какие-то небольшие такие видосики. Мы ведем свои социальные сети. И видно, когда вот это количество просмотров растет, видно, что вот они прям радуются. Ну, естественно, я радуюсь вместе с ними. На днях писали мне: «У нас слышно в торговом центре, наше недетское время». И я сижу такая, думаю, да, точно, меня же слушают тоже в торговом центре. Четкая дикция, уверенный взгляд, прямая осанка. Занять место телеведущей – мечта чуть ли не каждой девчонки. Благодаря медиашколе для бобруйских красавиц все дороги открыты, в том числе и на телестудию, где почувствовать себя звездой экрана проще простого. Только если следовать грамотным рекомендациям профи. Страх перед камерой есть у всех людей. Просто многие могут собраться, отвлечься и перестать конкретно думать о том, что сейчас на них направлена камера. Во многом здесь помогает опыт, помогает репетиции. Можно просто на телефон себя снимать со стороны и смотреть за тем, как человек ведет себя на экране, какие у него есть слабые места, и потихонечку работать над собой. Проработать внутренние зажимы поможет и индивидуальное общение с психологом. Профи точно найдет ниточки, за которые нужно потянуть, чтобы распутать клубок страха. У нас же подростки, они в принципе сегодня стеснительны, и раскрыться перед камерой, с одной стороны, они могут, с другой стороны, ну, им сложно. Сложно, когда это все официально, неофициально где-то в ТикТоке выложить это все. Для них это одно. А все равно вот магия телевидения, радио, она работает. Для меня это очень большой и хороший опыт в плане того, что развивается моя речь, моторика и взаимоотношения с многими людьми. Я знаю, как себя вести уже на телевидении, на радио. Возможно, через несколько лет я уже буду тут работать. Это большой для меня рывок, большая такая ступенька, по которой я поднимаюсь постепенно для моего будущего. Благодаря медиашколе я уже 3 раза записалась в программе.
попробовала себя за микрофоном. Это очень интересно в плане того, что ты и общаешься с новыми людьми, новые знакомства, и также ты изучаешь новую информацию для того, чтобы подготовиться к шоу на радио. Под девизом команды среди двух десятков учащихся медиашколы есть те, кто из года в год спешит на занятия, находится место и для новичков. Шаг за шагом они продвигаются по лестнице обучения. Плечо помощи всегда рады подставить более опытные сверстники. Я узнала про школу медиаблогеров с телеграм-канала «Говорит и показывает Бобруйск». Участвуем в радио, участвуем в каких-то конкурсах. Да, я могу сказать то, что это круто и хорошо, ведь это раскрывает как-то голос, речь, и, ну, мне это помогает. В будущем, конечно же, мне это все пригодится. Каждое занятие мы пробуем что-то новое. Например, в одно занятие мы попробуем себя как блогеры, в другое занятие как журналисты, в третье мы вообще будем брать интервью у других людей. Это очень интересно. Я недавно буквально пришла, но мне очень нравится тут заниматься. Тут хороший коллектив, преподаватель, и вообще очень интересно. Я стараюсь писать тексты. Мне помогают, подкидывают идеи, я пишу, какие-то советы дают в этом и всячески меня направляют. Если все сложится так, что я, ну, буду жить в Бобруйске, то я буду этому рада, потому что, ну, я люблю свой родной город, мне в нем нравится жить. Вот, я считаю его очень красивым, очень таким родным для себя. Можно так как-то помечтать, что я буду писать здесь, работать, что меня будет окружать очень много таких вот, ну, ярких, таких творческих людей. Их ролики набирают тысячи просмотров, передачи западают в душу, голоса подкупают искренностью и задором. Глядя на плоды трудов учащихся медиашколы, в голове и мысль не промелькнет, что это дело рук детей. Каждому проекту целеустремленные юные бобручане подходят во всеоружии. С большим трепетом ребята отнеслись к «Улицами памяти», патриотический проект. Они рассказывали об улицах, которые носят название героев Советского Союза. Они штудировали историю, где-то читали какие-то статьи, которые у нас в газете выходили. Все это мы компоновали. Они постигли вот именно на этом проекте азы вот работы на телевидении. Работа на результат. С ретивой помощью медиашколы две бобруйчанки теперь блистают на факультете журналистики БГУ. Высшая ступень для желающих покорить медиапространство страны изобилует выбором направлений. Здесь готовят специалистов и для печатных СМИ, аудиовизуальных и интернет-СМИ, и даже по информации и коммуникации. Кстати, 1 ноября факультет журналистики отмечает свой день рождения. В этом году кузница профессионалов празднует 80-й юбилей. Я ими очень горжусь, они молодцы, они публиковали в газетах, они написали не один материал под моим руководством. Они с легкостью сдали экзамен вступительный, и им это удалось, я за них очень рада. И, допустим, Яна Березовская, девочка, она уже в этом году проходила у нас первую практику, она перешла на второй курс. Ждем в следующем году Елизавету, она тоже молодец, она закончила школу, кстати, с золотой медалью, поэтому я в ней не сомневалась ни секунды. Когда я узнала про кастинг медиашколы у нас в Бобруйске, я решила попробовать себя, потому что как раз-таки готовилась к поступлению в БГУ на факультет журналистики и решила себя попробовать, проявить какие-то новые свои, развить свои знания, посмотреть, на что я способна и вообще нужно ли мне это, буду ли я этим заниматься в будущем. Насыщенная программа обучения в медиашколе равно четкий выбор будущей профессии. Выпускница Бобруйской школы блогеров Яна Березовская, будучи уже на втором курсе факультета журналистики, бережно хранит трепетные воспоминания о своих первых шагах навстречу мечте. Для поступления на журфак нужно собрать творческое портфолио, в которых мы собираем свои материалы и публикации, в принципе, в газетах. И медиашкола – это отличная стартовая площадка была лично для меня, потому что она дала мне возможность написать, выпустить свои статьи и пробные материалы в газетах, что, в принципе, послужило таким успехом моему поступлению. Я приносила свои пробные материалы в медиашколу, и там их проверяли, мой текст корректировали, исправляли, говорили, как сделать лучше, и с каждым разом мой текст действительно проявлялся с новой стороны. Был замечен успех в написании моих текстов. Погружение на максимум. Первую практику счастливая студентка факультета журналистики решила проходить в родном городе в информационном агентстве «Бобруйск Медиа» на телеканале.
телеканале «Бобруйск-360». Уже в знакомых стенах Яна Березовская под руководством опытных специалистов постигала все тонкости телемагии. У меня остались только положительные впечатления. Я работала с корреспондентами, профессионалами в этой сфере, и они мне во всем помогали. Я выезжала вместе с ними на съемки. И каждую мою съемку меня наставляли, давали попробовать себя, взять какой-то опрос у людей. И это действительно очень интересно, потому что ту базу и азы, которые я получила как в медиашколе, так и на своем первом курсе факультета журналистики, я попробовала на себе и, в принципе, влилась в эту профессию. Помимо того, что я ездила на съемки, я писала тексты, дайджесты. Мои тексты также корректировались, и с каждым разом, в принципе, я думаю, что становились лучше, и преподаватели, которые мной курировали во время моей практики, остались довольны. Отдать должное, информационное агентство «Бобруйск Медиа» мыслит глобально и о будущем поколении журналистов заботится загодя. Школа блогеров – лишь часть колоссальной работы. Акцент команда «Профи» делает на контенте, ведь привлечь внимание поколения с клиповым мышлением не так-то просто. Отсюда и широкий спектр площадок, на которых представлено агентство, и тонкий подход к медиаформату. Информационное агентство «Бобруйск Медиа» вообще очень распространено, хорошо предоставляет информацию молодежи. Это телеграм-канал «Говорит и показывает Бобруйск», инстаграмы «Бобр Лайв», «Бобруйск 360». И также развешивание реклам в виде QR-кодов в учебных заведениях, в троллейбусах, автобусах и других общественных транспортах. Да, это определенно работает, привлекает внимание молодежи. Много из телеграм-канала, из инстаграма я узнаю всякие новости, мне скидывают их, я сам просматриваю новости, чтобы быть в курсе всего, что происходит в нашем городе. Настоящая медиа-семья. Для десятков юных бобруйчан школа блогеров гораздо больше, чем просто пространство для обучения. Здесь талантливые и амбициозные ребята реализуют свои самые дерзкие мечты, приобретают бесценный опыт и команду единомышленников. А самое главное, уже сейчас они делают уверенные шаги навстречу будущей профессии. Для меня медиашкола – это что-то по типу семьи, там, где мы и общаемся, и узнаем что-то новое, и пробуем что-то новое. Одновременно интересно и познавающе. Мне кажется, если ты хочешь научиться хотя бы хорошо ставить речи, разговаривать с людьми, контактировать, не бояться с ними, то это очень хорошая сфера, чтобы попробовать. И плюс ты получишь навыки фотосъемки, видеосъемки, разговаривать на радио, допустим, записываться, разговаривать на видео, не стесняться камеры, не стесняться микрофона. Медиашкола – это что-то такое уже родное, место, куда хочется приходить каждый день. Ну, здесь очень интересно, так как мы не просто пишем в тетрадях, а у нас есть достаточно много практики, мы снимаем какие-то опросы, опять же, записываем на радио программы, вот, берем интервью у людей. Да, все ребята у нас очень заряженные на позитив, на работу, все этим горят, и очень приятно находиться в таком коллективе, когда все стараются чего-то достичь. В будущем я хочу поступить на журфак и прийти работать в этот медиахолдинг. Наша медиашкола в Бобруйске – это отличная стартовая площадка для начинающих журналистов и, в принципе, абитуриентов, которые готовятся к поступлению на факультет журналистики, потому что медиашкола дает азы, базу и основы журналистики, которые, в принципе, помогают тебе в дальнейшем, как при поступлении, так при учебе и в принципе, после в нашей профессии. Это очень ценный опыт, потому что медиашкола может вам рассказать как о телевидении, так и о радио. Вы можете попробовать себя во всех сферах нашей профессии, и это действительно очень круто, когда в нашем городе есть такая возможность. Если вы считаете, что поступить на факультет журналистики сложно, и это что-то не ваше, то можно не переживать и не бояться, потому что когда вы работаете с профессионалами в этой сфере, они действительно помогут вам раскрыть вас, и, в принципе, вы увидите, что вы можете сделать все. Очень нравятся им наши кулинарные видео маленькие. Я думаю, что они перерастут в будущем в какой-то кулинарный проект, возможно, на «Бобруйск 360». То есть вот это все интересно. Не детское время, оно продолжает выходить каждую неделю. И я думаю, до этого года мы еще немало пригласим спикеров в нашу студию. И вот ребятам тоже такой вот момент
даже задать вопрос взрослому человеку, для них это уже маленькая победа. Я работаю с ребятами на всех информационных площадках, и отдача чувствуется, ну, вдвойне, скажем так. Успех ощущается, наверное, даже втройне.